Объект находится в ЖК «Цивилизация» на Неве. Были проведены работы по шумоизоляции пола, потолка. Также в дальнейшем будут предусмотрены звукоизоляционные перегородки, обшивки стен шумоизоляцией. Сейчас мы в помещении прихожей. Уже произведена разводка труб отопления, канализации, водоснабжения. Узел учета предусмотрен у нас в коридоре, в шкафу спрятан. Это помещение спальни. Здесь были произведены работы по раскладке труб отопления для радиаторов. На потолке у нас предусмотрена звукоизоляция. Рядом вы можете увидеть нишу. Эта ниша предусмотрена для воздуховода вентиляции. В проекте будет приточно-вытяжная. Для того, чтобы не нарушать цельную конструкцию звукоизоляционного потолка, чтобы она была такой монолитной, обособленной, было принято решение делать отдельную нишу для прокладки воздуховода. Рядом с спальней расположена гостиная. Далее мы перемещаемся в кухню-столовую. В центре будет стоять остров напротив панорамных окон. Здесь находятся две детские, шумоизоляционные работы, такие же, как в спальне. Строба в стене – это для дренажа кондиционера. Следующее помещение – ванная комната. Можете обратить внимание, что здесь также зашиты стояки канализации звукоизоляционным материалом.